заезжали сейчас в Цетине, вот мы в Цетине заезжаем обратно, мы развернулись, хотим погулять немножко и посмотреть городок и покушать там что-нибудь, потому что ту кафешку, которую мы хотели, мы проехали. Вот, и мы сейчас обратно в Цетине заезжаем. Разворот направо. В общем, мы заехали в Цетине. Вот тут такая интересная статуя какая-то есть. Из красной. Ай-яй-яй. Это тетенька. Надо было навигатор. Шарики такие вдоль дороги. Тут церковь, похоже, и кладбище какое-то рядом. Старинное. Вот это каштаны, наверное. Наверное. А почему такси написано? Такси. Ну. Интересно, да? Ой, смотри, какой домик веселый, розовый. Черногорцы негласно считают Цетине столицей своей, а не Подгорицу. Сюда приезжают. Вот какая-то кафешка. А внизу, наверное, внутри, наверное, поуютнее. Это кофейня, может, нет? А навигатор ты не взял, да? А вот город. А, карту нашли. Цетине. Здесь мы поставили машину. Здесь покажи. Пошли. Здесь мы сейчас, в этом, на этой площади. Сюда, идем все туда. Оно вообще маленькое, кстати. Ну, продолжим гулять по Цетине в поисках ресторана. Ну, какая-то маленькая какая-то. Народный герой кружка. Билеты эти нужны? Выкинуть? Да не надо выкидывай. Карня. Фрукты. А ты говоришь, что думала с этими? Угу. Что, может, посмотрим? Давай посмотрим еще что-то здесь. Елочки такие маленькие. Тут, походу, нету такого больше. А вот, смотри, это не стоят? Нет. Нет, это что-то какие-то развалины. Симпатичное найти. Магазин. Вот кафешечка. Это не меню тут лежит внизу. Похоже, прогулочная улица. С кафешками всякими. Видимо, вот эта улица кафешечная. Yeah.
вон там, смотри, какая прям целая прогулочная. Тут есть, короче, в меню вешалка. Расфаршированная вешалка. Вот еще какая-то кафеша. Змея. Посмотрим. Сувениры глянем. Пивная. Ну да, есть тут неудобно было бы. Вау, да? Добрый день. Добрый день. Здесь можно магнитик посмотреть. Открытки здесь дешевле тоже. Там какая-то симпатичность, смотри. Вот здесь, справа от меня, этнографический музей. А вот прямо музей какой-то тоже короля Николаса. Николя. Ну хочешь, пойдем в то место, где мы нашли. Это вот туда, музей короля. Потом смотри, там вроде как это погулять. Симпатичный можно, парчик. Пошли. А вот сейчас еще вот какой-то, смотри, тут дядька стоит. Памятник. Кто написано? Иван Дневневич. В общем, такой стоящий городок, чтобы сюда заехать, посмотреть что-нибудь. С погодой нам сейчас везет, потому что нет жары никакой такой. Жаркая, хорошая погода. Не душно. О, два магнита, 1.50 рубля, вообще дешево. Они мягкие. Флажков-то сколько там? Обходим. А скажу, что цены тут гораздо дешевле на все, на еду, на сувениры. Здесь получается не сильно туристический город. Ну да, я думаю, да. Такой для местных. Че, в какой? В этот или в тот? Ну, вот здесь суп был, а в той я не заметила. Ой! Мы зашли в ресторанчик Корзо. Заказали сейчас микс мяса на гриле. По супу телячьему и салат какой-то миксовый тоже. Но цены тут в 2 раза ниже, чем на побережье. Мы еще тут заказали с собой на вынос подкову, монтенегрийскую подкову. В пиццах это что-то такое интересное, поэтому мы такого не видели, решили попробовать с собой взять домой. И стоила она 8.50, да, по-моему? 7.50, 5.50, 5.50, 5.80, что-то такое. 5.50. Цены тут вообще дешевле значительно, как говорили. Дима говорит, для сравнения, скажем, Маргариту мы брали в... 6. Где? В Которе. В старом городе Которе. За 6, там даже за 7 они есть. За 6, за 6. Мы брали за 6. А здесь стоит? А здесь она 2. 2.80. Вот разница 2.80. 2.80 большая она. А покажи, какую мы заказали. Переверни листик. А мы вот такую вот заказали. Непонятно только, что там. Ну, вот и разберемся. Кстати, самая одна из...
Я еще заказала себе лимонад. Лимонад у них просто выдавливают лимонный сок. Иногда разбавляют кубиками льда или водой. Он не сахар, ничего такого, кисленький вкус. Принесли нам супчик телячий. Дима, чудес. Голодные глаза. Пала. Мяско. Тут. На хлебнике. Не только кошки, еще осы. Подкова. У нас нет пакета. У нас получилось 22,80 вместе с пиццей. Дадим 25. Русская косметика есть тут. Димыч в аптеке себе купил бритвенные станочки. Мы идем сейчас погулять немножко. По Цетине продолжаем прогулку. Там за стеной карта Черногории, макет. Внутри снимать нельзя. А, накричали на тебя? Не на меня, на тёденьку накричали. Я слышал. Но...
Цветение как-то отличается архитектурой от того, что мы видели в Черногории вообще. Я так понимаю, это лицо вверх обращено. Ну, может быть. Конечно, перед поездкой надо читать, какой то монастырь, что за монастырь был, непонятно пока для нас. Мы вообще неожиданно заехали в Цетинью, как бы не планировали, но я хотела, честно говоря. Тут кругом таблички, видимо, очень много интересного. Это памятники, дома, музеи. А где нету тут черешни? А мы проходили, была. Ну, там дальше. Там, может. Может, в начале где-то. А фруктами хорошо пахнет, да? А? И черника тут была. Вон туда. Черешни. А? И еще столько. Ешь. Купили пакет, как она называется, черешни за рубль 10. И там была еще черника, но что-то не стали ее брать. Мы еще взяли дзинку за 50 центов. Цетине. Теперь мы едем в Бечичи. В Бечичи у нас там зарезервированные апартаменты. И мы проживем там до 3 августа и обратно уже потом домой.